Где-то в этом осажденном городе находится человек по имени доктор Трекс, который демонстрирует свое последнее противостояние Америке. Так как недавно были захвачены нефтяные вышки, которые поставляли ресурсы для исследований доктора Трекса, работа этого человека была остановлена. Существует угроза выпуска ракеты, боеголовка которой несет в себе самые смертоносные гамма-лучи, которые убивают все вокруг. В такой ситуации командование США приняло решение уничтожить доктора Трекса и тем самым лишить ГЛА их наступательной способности. Дальнейшая трансляция может быть затруднительна. С вами был Джеймс Слипери. Репортаж с места событий. Зетком А4 подтвердил расположение базы. Филд, пожалуйста, проверьте статус объектов для производства токсинов. Объекты по производству токсинов подтверждены. Потом мы должны раздобыть финальный код допуска. Код допуска — это Сьерра Хоутел Оскар Чарли Килла. Вас понял, Альфа-Виски Эхо. Птицы в воздухе. Генерал, мы выследили, что доктор Тракс в этом отдаленном районе. Он располагает ракетами с химическими боеголовками, и они подготовлены к запуску. Уничтожение резервуаров для хранения токсинов приостановило его, но мы должны наступать и обезвредить ракеты до того, как они будут запущены. Генерал, из-за присутствия гражданских в этом районе вам потребуется использовать наземные войска для штурма последней базы и захвата 4 объектов токсических ракет. Успешное освобождение нами нефтяных объектов в Амисбаде обеспечило нас дополнительными ресурсами для этой операции. Доктор Тракс должен быть побежден, чтобы он больше не смог терроризировать мир. Генерал, вы должны остановить его. Отличное место. Я буду работать. Я буду работать. Я есть хочу. Я буду работать. Тяжелая работа. Я просто крестьянин. Этот молоток тяжелый. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Модернизация завершена. Начинаем. Модернизация завершена. Сделано в США. Еще проекты? Нужна на работа готова. Я буду работать. Работа готова. Я буду работать. Работа готова. Генерал, ваша главная цель – захватить 4 бункера с токсичными ракетами, направленными на главные центры Соединенных Штатов до того, как они будут запущены. Это то, что ты хочешь. Делаю, что сказали. Все, про это работа у меня. Отличное место. Работай. Я закончил. Всегда готов. Уже идем. Возводим основание. Я на работе. Было много работы. Подразделение потеряно. Что вы хотите от меня? Все закончено. Я закончил. Встань, охраняем подземку. Модернизация завершена. Да. Готов к войне. Я буду работать. Готов к войне. Все узнают мою храбрость. Ничто нас не остановит. Я просто крестьянин. Я буду работать. Я подчиняюсь. Постараюсь поторопить. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Все закончено. Нас не подавить. Давай драться!
Будем улучшать? Уже идем. Начинаем. Я построю где-нибудь. Антрактное улучшение завершено. Здание принадлежит теперь нам. Давай строй. Мы захватили их здание. Я на работе. Все готово. Есть хочу. Буду работать изо всех сил. Все готово. Новое строительство? Сделано в США. Я нашел эти здания. Было много работы. Все готово. Что за дела? Все закончено. Я просто крестьянин! Лучше инструментов нет? Было много работы. Я подчиняюсь! Постараюсь поторопиться! Да! Лучше инструментов нет? Лучше инструментов... Работа готова. Много работы. Если это то, что... Тоннели нас защитят. Они близко. Только не бейте. Буду работать из... Лучше инструментов нет. Все проекты? Это Скорпиона улучшили. Запущена система ПВО «Шторм». Бронетехника США. Подразделение потеряно. Видовая подготовка закончена, сэр. Примите поздравления, генерал. Вас повысили. Запущена система ПВО «Шторм». Разведка сообщает, что ракетные объекты, которые мы ищем в этом районе. Будьте бдительны и убедитесь, что токсины не выпущены. Эй, проверим новые ракеты! Делаю, как смогу. Бронетехника США. Бронетехника США. Запущена система ПВО «Шторм».
Разведка сообщает, что ракетные объекты, которые мы ищем, в этом районе. Будьте бдительны и убедитесь, что токсины не выпущены. Система ПВО «Шторм» готова. Запущена система ПВО «Шторм». Да. Генерал, ваша главная цель — захватить 4 бункера с токсичными ракетами, направленными на главные центры Соединенных Штатов до того, как они будут запущены. Подразделение потеряно. Запущена система ПВО «Шторм». Наш клан силен. Подразделение потеряно. Мы движемся. Бронетехника США. Да, я понимаю. Делаю как смогу. Паранер готов. Берем, что хотим. Разогнался. Держись. Мы движемся. Мы покажем силу. Идем в бой. Подразделение потеряно. Идем. На линии огня. Давай драться! Нет цены, которую мы не заплатим! Высший порядок установится! Берем, что хотим! Бронетехника уставит нашу храбрость! Мы все захватим! Танк пародер готов! Займусь по настроению! Танк «Скорпион». Это хорошо. Под вашим командованием. Рассчитывай готова к бою. Танк «Мародер» готов. Бронетехника США. Покажем силу. Идем. Первый бункер захвачен. Команда под это отлично, сэр. Уже система подавала. Еще два остались. Бронетехника США. Кнопку. Запущена система ПВО «Шторм». Бронетехника США. Подразделение потеряно. Под вашим командованием. Система ПВО «Шторм» готова. Да, пародер готов.
Захватываем местность. Танк 308 готов. Куда скажемся? Техника готова к бою. Захватываем местность. Подразделение потеряно. Покажем силу. Подразделение идем потеряно. Идем в бой. Сделаю, как смогу. Да, я понимаю. Очень хорошо. Подразделение потеряно. Система ПВО «Шторм» готова. Запущена система ПВО «Шторм». Подразделение потеряно. Взорвать их. Чего, Гор? Направляемся в бой. Чего? Заряжено. Подразделение потеряно. Система ПВО «Шторм» готова. Разогнался. Запущена система ПВО «Шторм». Бронетехника США. Готов к битве. Отрываемся! Отрываемся! Система ПВО «Шторм» готова. Мы ничего не боимся. Разогнаться. Наш план зелен. Да, я знаю. Все еще подразделение есть. Потеряно. Бронетехника США. Дорога чиста. Веди нас к славе. Да, я иду. Ничто нас не остановит. Слышу тебя. Я проскользну. Новое место. Кто наша цель? Заметил я их. Бронетехника США. На самом деле, недолго музыка играла. Недолго музыка играла. Еще что-нибудь? Высший порядок установится! Готов к битве! Мы все захватим! Пройдем насквозь. Готовлю инструменты. Система ПВО «Шторм» готова. Пройду по теням. Я проскользну. В самом деле, пройду по теням. Прекрасно сработано, генерал. Теперь мы контролируем все 4 бункера токсических ракет. Операция успешно завершена. Теперь, когда доктор Тракс побежден, мы можем наконец вернуть наших парней домой. Отличная работа, генерал.
Тракс был уничтожен вместе со своими токсичными ракетами. Дело, к которому он посвятил себя, Всемирная освободительная армия разбита. Оружие массового уничтожения больше не грозит миру. Когда рассеется весь дым, все мы увидим, что вокруг нас восстановлен мир. С вами Джеймс Сейборин.